Друзья мои, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня будет такой необычный выпуск. Дело в том, что вы победили. Я так больше не могу. Под каждым нашим роликом в комментариях вы спрашиваете, зачем мы снимаем обзоры на машины и не предлагаем вам их в продажу. Поэтому с сегодняшнего дня мы решили готовить машины на экспорт. И первой моделью для вас будет она, наверное, самая неожидаемая, будет Sol E20X. Три машины куплены нами, подготовлены полностью на экспорт. На каждую машину есть пакет документов. В дальнейшем все так и будет происходить. Мы будем покупать машины, оформлять их, готовить на экспорт и только после этого заявлять вам о них. Почему я сказал, что это, наверное, самый неожиданный вариант для вас? Самые внимательные из вас, кто следит за нашим каналом, уже видели обзор, наш обзор на Sol E20X. В этом обзоре я, мягко говоря, захейтил этот электромобиль. Как я уже много раз говорил, всегда должно быть хорошее соотношение цены и качества. У Sol E20X с его дилерской ценой в 140 тысяч юаней соотношение цены и качества было ужасное. Поэтому, когда мы снимали обзор на эту машину, в голове мы держали цифру 140 тысяч юаней. За 140 тысяч юаней можно купить намного лучше автомобиль, чем Sol E20X. Но сейчас у нас три машины со стоков. Это совершенно новые автомобили с нулевым пробегом конца 2019 года. 8 месяц, 9 месяц и 10 месяц 2019 года. Машины новые, совершенно новые. Машины все в заводской пленке. Так вот, ребят, стоимость стоков 92 тысячи юаней. 92 тысячи юаней. Вот это уже очень хорошее соотношение цены и качества. Одним из самых главных минусов, которые мы озвучили в нашем обзоре, было ограничение скорости в 102 км в час. Мне кажется, любой наш человек любит быструю езду. Поэтому 102 км в час, это просто, это ничто. Хорошая новость. Мы договорились с фабрикой, и фабрика изменила ограничение. И сейчас эти три машины имеют скоростное ограничение в 130 км в час. Уже лучше. Недавно мы сделали заказ у компании Chanan на 3 E-Star'а. Новые E-Star'ы мы купили с завода. Срок ожидания был 1 неделя. В итоге через месяц нам привезли 2 E-Star'а и совсем другой комплектацией. Не той, что мы заказали. Отказались мы от E-Star'ов и заказали 3 BYD Yuan Pro. Срок ожидания был от 7 до 10 дней. Через месяц нам привезли 3 машины нужной комплектации, все было хорошо, но в момент оплаты дилер отказался от продажи по причине того, что есть законодательство в Китае, по которому, если новая машина будет вывезена из Китая ранее, чем через 2 года после покупки, то на дилера могут наложить штраф. Штраф равный государственной субсидии на электромобиль. Поэтому он испугался и не продал нам машины. Это было последней каплей. В этот момент я понял, с какой проблемой могут столкнуться покупатели из других стран. Другой проблемой является то, что, чтобы вывезти машину из Китая, допустим, на корабле, вам нужно бронировать его заранее. То же самое с контейнером. Соответственно, если вы забронировали контейнер или корабль, и производитель или дилер нарушает сроки и поставляет машину позже, вы теряете вашу бронь. Поэтому, чтобы вам не столкнуться с этой проблемой, мы будем покупать машины, полностью оформлять их, получать документы, готовить все на экспорт. Вам останется только назвать порт, город, куда отправить. Машины уже будут на экспортной лицензии, все готово к отправке. Выкупать мы будем только новые автомобили или стоки. Бэушными автомобилями заниматься не будем по причине того, что на китайском рынке сейчас очень велик риск нарваться на хлам, хорошо отреставрированный. В Китае это частое явление, здесь очень часто случаются наводнения и очень много машин действительно плохого качества. Поэтому бэушкой пока мы заниматься не будем. Самое важное в любом бизнесе — это репутация, и потерять ее мы очень не хотим. Поэтому новые либо стоки. Для тех, кто не видел наш прошлый обзор и, возможно, лень возвращаться вот по этой ссылочке и смотреть его снова,
немного расскажу вам про Soldi 20X. Автомобиль с запасом хода 400 км. Причем, по результатам независимой организации в Китае, которая тестирует электромобили, Soldi 20X занял первое место. То есть он проехал все свои заявленные 400 км, даже больше. Он проехал, если не ошибаюсь, 405 км. Автомобиль выполнен в современном дизайне. Что здесь мне не понравилось? Не понравилось качество материалов. Оно дешевое. Но опять же, как я говорил, соотношение цены и качества. Да? То есть здесь пластик, это не кожзам. Здесь пластик. Здесь у нас идет частичка кожзама небольшая. Остальное все пластик. Кресло комфортное, не жесткие. Регулировка как пассажирского кресла, так и водительского кресла механическая. Колеса GT. Суппорта, хоть и красные, но это не Brembo. Жесткий руль. С левой стороны управление мультимедией. С правой стороны управление меню. И смена режимов приборной панели. Сейчас мы поездили, потестировали автомобиль. 49 км накатали. Все работает, все хорошо. Центральная часть — это LED-панель с возможностью настройки. А по краям справа и слева заряд батарейки и рекуперация. Сенсорный дисплей не самого лучшего качества, за свои деньги очень даже неплохо. К сожалению, английского языка здесь нету. Ну и еще один минус, который я озвучил в обзоре, виляется задний ряд. Для меня, человека с ростом 185 сантиметров, он маловат. Если мне полностью выпрямиться, я упираюсь головой в потолок. Ехать можно, это не совсем прям так критично, но некомфортно. Ну и сам задний ряд, здесь места тоже не очень много. Есть расстояние, как бы влезть можно, если у вас не слишком длинные ноги, то вам подойдет эта машина. Багажник с очень такой интересной функцией запирания. То есть если вы просто нажали рычажок и пытаетесь открыть, он не открывается. Чтобы его открыть, нужно открыть логотип и сразу потянуть наверх. Секретка такая. В комплекте идет зарядка от домашней сети. И здесь у нас такая глубокая большая ниша. Есть также насос, есть заполняющая жидкость, ремкомплект и место под запас. Так, ну и давайте заглянем под капот. Конец 2019 года, машина стояла на фабрике, на заводе, чистенькая, новенькая, аккуратненькая. Ребят, ну и сейчас немножечко проедем на этом автомобиле. Есть разные режимы езды, есть эконом и обычный драйв. Эко и драйв. Шумка средняя, это не люкс. Радиус поворота, посмотрим, давайте, смотрите. Радиус очень хороший, маленький. Слышен шум электромотора из-под капота. Причина — плохая шумоизоляция именно подкапотного пространства. То есть, да, здесь бы я сразу же добавил шумку на капот. В середине есть подстаканник с выдвижными упорами и есть небольшая маленькая полочка. И здесь же интересный такой подлокотник, который может выезжать и регулировать свой вылет. На центральной консоли кнопок. Из кнопок здесь только одна кнопка. Это смена режима с эко на драйв. Здесь у нас управление климат-контролем. Снизу USB и 12-вольтная розетка. Все, нижняя полочка под телефон без функции беспроводной зарядки. Ключ выглядит таким образом. Здесь можно закрыть, открыть машину и открыть багажник. Но при закрытой машине, если вы не хотите открывать полностью машину, нажимаете и, соответственно, можно открыть багажник, не открывая всю машину. Друзья мои, сейчас мы находимся в сервисном центре компании JAC, и вот нам продемонстрировали здесь батарею. Батарея, которая находится в электромобиле Soul E20X. Тройная литиевая батарея. Здесь у нас жидкостное охлаждение есть. Можно посмотреть, как это все устроено. Специалисты все это и так, конечно же, знают. Вот они, трубки для жидкостного охлаждения. Вот непосредственно так вот поступает у нас жидкость в систему. Циркулирует
Вот именно такая батарея установлена в Sol E20X. А в модели Sol E10X уже воздушное охлаждение. Здесь есть тройные литиевые батарейки и есть литий-железофосфатные батарейки, такие как производит компания BYD. Вот это уже литий-железофосфатные батарейки. Вот так они выглядят. Они потолще. И здесь также есть жидкостное охлаждение. Так, ребят, мы сейчас поездили, потестировали машины, чтобы все было хорошо. Все три машины на ходу, все работает. Август 2019 года. Серийный номер. Пробег 50 километров. Так, следующая машина. 10 месяц 2019 года. Пробег 67 километров. Так, третья машина. 9 месяц 2019 года. На сегодняшний день машина пробежала 43 километра. Антон, вот ты как владелец Джака, ну и соответственно то же самое, что и Sol. Что ты можешь сказать про компанию Jack Sol? В общем счете, я, наверное, полтора года владею, да, брендом Jack. И что вот свистулька, что вишня, ну я не сказал бы, чтобы меня подводили. Да, вот у свистульки, значит, у IFS4 была небольшая проблема. Есть вот ролик об этом. К сожалению, мы не смогли выяснить конкретно, да, что именно. Ну, где-то так плюс-минус было понятно. В том числе в России, насколько я знаю, есть официальные продажи CMS. Это практически тот же самый автомобиль, только Sol E20X это внешний рестайлинговый, чуть посимпатичнее, и используется более новая батарейка, насколько я знаю. Там машины могут друг друга как-то взаимозаменять в деталях. Начнем с того, что во время обзора ты вот старался хейтить этот автомобиль, а я постоянно тебя перебивал и пытался его зачищать. Наверное, тот момент я чувствовал, что должно быть что-то такое, должно быть понижение цены. Вообще, да. На тот момент 140 тысяч было, это оверпрайс для этой машины, слишком дорого за все. Но вот мы тогда с тобой теплились надеждой, что машина будет стоить в районе 100 тысяч юаней, и тогда это будет классный автомобиль. В этом ценовом диапазоне все же найти машину с более лучшим качеством материала достаточно сложно. По отзывам соловцев, которые ездят, у них вообще пока не было проблем. Вот есть сайт, где статистика, где все описывается, да. Если в Жаке, когда я начал копать, что у меня происходило после того, там где-то, да, кто-то у кого-то что-то встречалось, то у Соло, ну, на сегодняшний момент, вот в этом форуме ни у кого проблем не возникало. Друзья мои, процесс доставки электромобилей из Китая следующий. Вы находите электромобиль в Китае, покупаете его, доставляете до вашего места в Китае. Там электромобиль ставится на учет, на него получаются номера. После этого его необходимо перерегистрировать на экспортную компанию, которая выдаст вам лицензию на экспорт. И после этого электромобиль передается логистам на перевозку в вашу страну. Так вот, именно этот процесс до момента передачи логистам мы берем на себя. Все три машины сейчас в наличии. Если вы заинтересовались этой моделью, позвоните в наш офис в Санкт-Петербурге. И если вам понравилась эта идея, напишите, пожалуйста, в комментариях, какую модель стоит нам поискать на китайском рынке. Как я уже говорил, это будут только новые электромобили. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.